Вот этот порыв творится во дворе улицы дома Ускурдемская, 3, 6 ноября. Только через 8 суток водоканал приехал устранять эту аварию. В связи с тем, что сильные морозы, во дворе образовались сильные наледи. Вода течет под арку на берил между 6 и 1 подъездом. Воду, которую откачивают из ямы, которую раскопали, не вывозят машинами, не сливают в обочины, а выливают во двор, который замерзает. Уже 8 сутки продолжается этот коллапс. Никто не реагирует абсолютно. Телефоны не берет ни водоканал, ни руководство водоканала. Диспетчера отвечают: мы передали заявку. Все на этом заканчивается. Работы будут продолжаться еще неизвестно какой период. Лед этот никто не собирается удалять с территории двора. Люди падают. Вот как люди перебираются. Вот по забору идут люди, вы видите, да? Падают, ломают ноги, получают травмы. Вот машины как буксуют, просто на ровном месте не могут ехать. Люди проходят. Вот такая работа идет в водоканалах. Пожалуйста, вот по забору люди идут. Люди идут со всего юбилейного. Двор проходной у дома Крымская, 83, номер 3. И через проходной двор идут люди. Половина юбилейного жителей проходит через двор дома Ускурдемская, 3. Вот как они проходят, люди. Пожалуйста, смотрите. Вот, вот вода льется. Льется она в сторону трассы Ускурдемской. Вот идет женщина. Дворники уже дважды посыпают песком, но песок смывается водой. Эту работу делать бесполезно. Уборкой этого прохода, этих наледей никто не занимается. И когда это прекратится, вот, пожалуйста, смотрите, работники водоканала льют воду на всю территорию двора. Вот так вот люди думают сейчас, как им пройти и выйти со двора. Это все происходит уже в течение 8 суток. Вот человек пошел назад. Пошел назад, потому что пройти туда ему невозможно. Здесь можно разбиться просто, получить травмы. Вот идет молодая девушка. Как она пойдет, сейчас посмотрите. Если пойдет она. Рискнула пойти. Вот, вот, пожалуйста, намочь. Вот, провалилась, набрала полные сапоги воды и пошла дальше на занятия, наверное. Вот такая ситуация сейчас творится во дворе дома Ускурдемская, 3, поселка Юбилейный. Вот еще житель один идет тоже. Вот провалился, видите, провалился, намочил полностью обувь свою. Вот еще один житель утонул. Вот женщина идет, возрастная женщина. Сейчас не знаю, она пойдет здесь или как она. Там, значит, прикрыли ту яму, а отсюда куда-то вперед, да? Да, вот, пожалуйста, вот все делает. И никто не убирает, не приезжает, ни лед, ничего, никому не надо никого. Да. Это вот водоканал так занимается устранением аварий. Льет воду и все. Вот еще женщины идут. Как они будут проходить, смотрите. Смотрите, как они идут. Кто-то обязательно будет падать, разбиваться ночью и днем. Сложно. Вот идут, держатся друг за друга. И ни до кого не дозвонишься. Ни до водоканала, кроме диспетчеров, никто трубки не берет. И ни до администрации. Там тоже секретари говорят, что все заняты. Никого нет на месте. Вот такая ситуация творится здесь, в этом доме. Кто примет меры? Будем размещать на интернете, на сайтах. Пусть все смотрят, что творится. А вода продолжает вот откачиваться на двор. Вот она, вода, пожалуйста, качает ее. И конца и края нет. При температуре ночи минус 10, сейчас минус 5, время 11:30 дня, вода просто замерзает и превращается в лед. Вот она, вода качается, как вы видите. Вот она как.
25 ноября 2018 года. Во дворе дома из Курдюмской, дом 3. Опять прорвало колодец от водоканала. В ночь опять это все замерзнет. И будет плохо. Вот так вот граждане тут ходят. Прорвало вон тот вот колодец. Буквально на прошлой неделе тоже все текло. Сейчас вот опять потекло. Вот отсюда все это течет. Приехали, раскопали, забили чопики, уехали. Теперь опять все течет. Засыпали песком. Так это все выглядит. Двадцать восьмое ноября. 17:10. Водоканал продолжает топить дом Усть-Курдюмская, дом 3. Все это вытекает на улицу Усть-Курдюмская. Топится внутренний двор дома. Жители ходят, жалуются на ТСЖ. Но это не ТСЖ, а водоканал топит нас. Здесь темно, вот это все лужа огромная. Вот она течет. Течет все из того же колодца, который я показывал на предыдущем видео. Здесь уже машины скоро затопят. Невозможно пройти через арку, я вот даже не знаю, как обойти это все здесь.